Дамы и господа, всем большой привет! Сегодня мы находимся в бункере TIS Market, и мы вам покажем наш проект X. Этот проект интересен тем, то, что штатное головное устройство было установлено в потолок. И что вы думаете, мы поставим сюда семерку? Вы ошибаетесь, мы поставим сюда все 10 дюймов. Погнали! Друзья, у нас проект уникальный, и Стас сейчас выпиливает кастомную рамку под нашу буханочку. Будет круто! Ты трапезничает правой рукой, он гребет веслом картофан, вот, а мы просто херней занимаемся. Стас, что, я могу подключить провод? А это что там взял, подключил два провода. Я начал. Да. Воу-воу-воу. Ой-ой. Что происходит? Здравствуйте. Я Маша, система искусственного интеллекта TIS-CC3. На эти несколько минут я приму право пользования системы и помогу вам быстро освоить ключевые функции головного устройства. Я сейчас чуть не отлетел от этой подачи. Короче, мы включили это чудо. Звук офигенский. Сейчас давайте затестируем. Что-нибудь включим. В общем, подключили это чудо. Конечно же, оно не будет так висеть. Скоро это вмонтируем, будет все шикарно. А чем сейчас Стас занимается? Стас сейчас у нас прокладывает проводку, чтобы TIS запускался с поворота ключа. И вся система работала как швейцарские часы. Ну что, как тебе такой Илон Маск? Это TIS CC3 в буханке на 6 гигов. Просто обалдеть. Теперь можно весело собираться с друзьями, садиться огромной компанией и лететь на рыбалку. Какая задача стояла перед нами? Клиент попросил вмонтировать большой экран в эту машину. И именно сверху, чтобы было видно не только впереди сидящим, но и сзади, потому что салон здесь огромный. Также для удобства использования данного головного устройства были подключены такие специальные беспроводные джойстики. Ими можно легко, допустим, делать звук громче, переключать функционал устройства, переключаться между меню, вкладками. И также можно управлять CC3 с помощью голоса. Привет, TIS. Hello. Поехали на рыбалку. Мне жаль, но это не в моих силах. Черт. Ну что, друзья, машина готова. Выглядит она просто сказочно. А как же будет доволен владелец? Как видите, любой эксперимент нам под силу. И сейчас нужно попрощаться с этой машиной, она официально прокачана. Спокойной ночи, крошка.